Ну что ж, всем привет, мои умники, с вами Тепил! Ну, ДЦП. И сегодня мы будем разговаривать с вами о Богдане, который только что вынырнул из капусты. Родился, это означает. Так что у нас сегодня при моем рождении угадай песню по эмодзи за 10 секунд. То есть я думаю, что мы сможем это пройти. Далее я могу вам сказать только единственное и неповторимое слово. Это подписывайтесь на наш с вами YouTube канал. Ставьте на колокольчик, и тогда я к вам приду домой и пощекотаю вам попку. А я думаю, то, что всем нравится, когда щекотят им жопу. Правильно, пацаны? Девочки. Чему я такой дебил? Короче, погнали! Я немного модернизировал популярный челлендж «Угадай песню по эмодзи». Я такой формат ты сегодня пройдешь первый. И сможешь похвастаться своими музыкальными знаниями. Ну давай. Внимательно послушай правила, чтобы с легкостью... Ах да, и еще те, кто спонсирует наш с вами YouTube канал, те получают... Чё? Почему я не могу открыть спонсорку? Во! Те, кто спонсирует наш с вами YouTube канал, у тех появляются эксклюзивные значки, это первое. Во-вторых, у них появляется эксклюзивная эмодзи, там, где самые популярные наши фразы, где я конченый, лол, я хочу в BTS, швабры и русалка на шпагат села, и остальные скоро появятся. И к тому же эксклюзивные записи во вкладке сообщества, где, внимание, вы можете получать эксклюзивные записи по... спойлером на новый видос, и вы можете выбирать, какой кавер выйдет в следующем, а я думаю, все хотят новый кавер какой-нибудь сами выбрать. И при этом на новое видео. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете. Погнали. Угадать все песни. Тебе будет показано название песни, зашифрованное в эмодзи. Понятно. И предложено три варианта возможного исполнителя. Подожди, а что здесь так много? Угадай песню. Мать моя женщина. Ну ладно. Данного хита. Хух. Вот видишь, все просто. В этом выпуске будут участвовать популярные иностранные песни разных лет, которые хорошо знают многие. Всего будет 10 песен, в конце мы, как обычно, подведем итоги. И не забывай про домашнее задание, которое тебя ждет после прохождения этого челленджа. Не надо. А пока посмотри, кто первым справился с заданием в прошлом выпуске. Ну давай. Поперли. Так, надо выбрать исполнителя, да? Это Lil Pump, 6ix9ine или Crazy Town? Я вот к Lil Pump, я не знаю, что здесь бабочка относится, к 6ix9ine, но я тоже не знаю. Crazy Town, наверное. Нет? Или все-таки 6ix9ine? Да в жопу. Я не угадал бы. XXXTentacion. Ну помните, он под луной снимал клип. Боб Марли, Билли Эйлиш. Проверяем! Сейчас я снова угадаю все! Ба! Ну давай, типа плохой парень, bad guy. Да. Так. Либо Линкин Парк, либо Пост Мэлон. Но это точно не Пост Мэлон, а Линкин Парк. Да пошли вы. Я даже не знаю, да это по-любому I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna... Нет, не оно разве? Дуа Липа? Да пошли вы! Да нечестно! В попу! BTS, 21 Pilots, Imagine Dragons. А чё, почему? Я не знаю, что это. BTS может? Майомики, а чё это может быть? Я помню BTS Run. Может это Run? Бежать? BTS? А, точно. Нет, ну это трудно. Да я хрен, мать его, знает! Тейлор Свифт. А!
меня аж голос болит. Маршмеллоу. Я твою сраку натяну завтра. Понял? Угу. Это я Джастин Биберу. Халид? This is America. Блин, ну я хотел это сказать, но я не знаю, как этого композитора звали. Don't catch you slipping, no. Don't catch you slipping. Струмая. Да, Струмая. Я вспомнил, это Струмая. Первый. Продолжаем. Пришло время подвести итоги. Если ты отгадал одну или ни одной песни, ты новичок. Да пошел ты, вот кто-то. Чё я могу сказать? Мои умники, если вы хотите, извиняюсь, чтобы я снял все-таки эту тарелку, тогда подписывайтесь на наш с вами YouTube канал, ставьте уведомления на колокольчик, и самое главное, ждите, когда выйдет новое видео, потому что сегодня их еще будет 2 или 3, 3, чтобы 6 было. Поэтому я надеюсь, то, что я все-таки сниму эту тарелку. У меня там вроде бы она пустая, а вроде бы и картошка осталась. Я кушать-то хочу, сами понимаете, голодный. Поэтому подписываемся, ставим на колокольчик. Ой, чик! И до новых видео, мои умники. Пишем в комментариях, сколько вы прошли. И спонсорку оформляем. Жду вас. Джуль, я не знаю, как к тебе подойти. У меня тарелка на башке, прости. Сейчас я тебе корм наложу. Пипец.